Лидер турнирной таблицы после 5 побед к ряду уступил на своем поле. Накануне в Элисте прошел матч в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу 3-го дивизиона ЮФО и СКФО. Уралану противостоял Дербент из Дагестана. Уже на 8-й минуте матча в ворота желтой молнии был назначен пенальти. И хоть вратарь отразил удар с 11-метровой отметки, но на подборе мяча первым был нападающий Дербента. Соперник открыл счет, а позже увеличил его до разгромного. На 72-й минуте встречи Артур Берегов перебросил вратаря и отыграл один гол. Однако в итоге «Уралан» проиграл со счетом 1-4. Несмотря на проигрыш, элистинский клуб остается лидером чемпионата с отрывом в 3 очка. Но у ближайшего преследователя УОР «Дагестан» 3 игры в запасе.